Меня зовут Валерий Полерасов. Я работник сцены в цыганском театре «Монтажный цех». Нет, я сам не цыган, но очень-очень люблю романсы. Так что это работа, но, в общем, жаловаться грех. У меня есть разные записи, я хожу на концерты разные. И дома с женой на два голоса мы тоже любим попеть. Потому что романсы — это, мне кажется, это прекрасно. Романсы — это прекрасно! Прекрасно же, правда ведь? До работы ехать не близко, со станции Куровская, электричка, метро, троллейбус, но я ничего, привык. У меня небольшая зарплата, она здесь у всех такая, но здесь зарплата не главная, если говорить напрямик. Я иду на работу утром, вспоминаю утро седое, нивы печальные, снегом покрытые, вспоминаю я. И голубеет небо над моей головою, и золотеет солнце, и вертится земля. Романсов, работник сцены. Еду на электричке к вокзалу. Жена приготовила обед с собою. Желаю удачи, милый, сказала. И вдавленные в лавку мы едем. Токари, слесари, клерки, юристы, учителя, врачи, инженеры, малобюджетные артисты. Чтобы попасть на работу вовремя, надо успеть на 06:17. Конечно, нервы, конечно, трудно. И многие пьют, и многие злятся, и многие смотрят на меня с вопросом. Когда я втыкаю наушники в уши и нажимаю пуск, регулирую громкость и слушаю, слушаю, слушаю.